Утомленная после работы, лишь за окнами стало темно. С выражением тяжелой заботы ты пришла почему-то в кино. Рыжий малый в коричневом фраке, как всегда выбиваясь из сил, плел с эстрады какие-то враки и бездарно и нудно острил. И смотрела, когда на него ты, и вникала в остроты его, выражение тяжелой заботы не сходило с лица твоего. Да, для кого-то фестиваль – праздник, а для кого-то ежедневная работа. Оценивать конкурс будет 4 жюри. Жюри. Дарья Крутько, Екатерина Миронова, Дарья Плаксиева, Лев Сергеев, Анжела Силева, Артем Романов, Полина Хисматуллина. Аплодисменты нашему уважаемому жюри. Пожелаем им интересной и плодотворной работы. Кинопроба – фестиваль молодых. И очень важно, что на этом фестивале помнят и изучают творчество тех, кто превращал жизненные истории в увлекательное искусство кино. Две мемориальные программы пройдут на кинопробе. Посвящение Феллини в честь его столетия и «Планета Данелии» в честь 90-летия мастера. We are obliged to use a medium like the camera with to represent it is naturalistic point of view. Il problema del matrimonio non è mica un problema, non sono mica sposato solo io al mondo, dico. Questo rapporto qui non mi sembra che sia strettamente privato e che quindi ci sia la necessità di conoscere esattamente la vita dell'autore. Perché la verità forse è quella che ti ho detto prima, non voglio avere la sensazione che le cose che io sto pensando, i film che voglio fare.
Спасибо.